Упражнения для разогрева мышц от настоящего мастера, двукратной победительницы Кубка Европы по легкой атлетике – то, что нужно перед состязаниями. Елена Орлова не только ведет разминку на лыжном стадионе, она и сама участница забега. Почти 600 спортсменов, опытных и начинающих, профессионалов и любителей, вышли на старт, чтобы испытать себя, заодно совершив доброе дело. Нас поддержал спорткомитет, футбольный клуб «Зорки», и в один прекрасный день они сказали: ребят, давайте сделаем забег для Саши Веселова в городе Красногорск, потому что именно для него сейчас открыт сбор денежных средств на Золдинген СМА, самый дорогой препарат в мире. И вот так родилась добрая идея в стенах вот этого заведения. В программе соревнований семейный 600-метровый кружок для малышей и их родителей и три забега на серьезные дистанции. 21 километр сложной трассы со спусками и подъемами рискнули преодолеть лишь самые выносливые. Всего 15 участников. Вдвое больше спортсменов покоряли 10 километров. Самым популярным оказался 5-километровый круг. Его пробежали 200 спортсменов. Забег прошел отлично, очень понравился. Красивый лес, хорошая погода, прохладно. Решили принять участие, потому что, ну, дочка занимается в секции. Им сообщили, что будет соревнование, они участвуют всегда, как правило. А я решил присоединиться, потому что благотворительная акция. Дело хорошее, надо участвовать, надо помогать другим. Самая главная задача – это все-таки, я всегда всем говорю, я верю в энергетику, делаешь добрые дела, рано или поздно они тебе возвращаются. Поэтому самое главное, что мы отдали частичку себя, хоть какую-то, так сказать, небольшую финансовую помощь внесли. Участники тоже ушли со стадиона не с пустыми руками. Каждый, кто пересек финишную черту, получил медаль. А спортсмены с лучшими результатами удостоены кубков и памятных подарков.